Такие объявления всех цветов, форм и размеров можно встретить в любом районе города. Они предлагают бесплатную помощь алко- и наркозависимым людям, а также людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Что скрывается за этими объявлениями, узнаем сегодня. Добрый день. Здравствуйте. В неприметном доме по улице Шелеста уже 6 лет работает благотворительная организация. Здесь принимают наркоманов, алкоголиков и вчерашних заключенных. Руководит приютом Александр Бин. О проблемах подопечных знает не понаслышке. Он вырос в Кемеровской области в благополучной семье. В 90-е сел на иглу, а после оказался в тюрьме. Из-за очередной дозы наркотика я, собственно, чуть не убил человека. Поэтому, я сидел за разбой и уже был на грани. Отсидевший ненужной семье, Александр оказался на вокзале. К нему подошли волонтеры благотворительного центра и позвали с собой. На тот момент мне некуда было податься, и я пошел от безысходности. Пришел, понравилось. Втянулся. Он решил помогать другим ненужным, по разным причинам выпавшим из жизни людям. Чтобы оборвать все связи с прошлым, переехал из Кузбасса в Хабаровск. В реабилитационном центре, которым он сегодня руководит, проживает больше 30 братьев и сестер. Сейчас такая жизнь, что каждый сам за себя. А я здесь, потому что нет своего жилья. Нет, у меня его никогда не было. Они фактически убирают людей с улиц, убирают, потому что мы не видим бомжей на улицах. Они помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, бывшим наркоманам, алкоголикам и просто людям, оставшимся без жилья, обрести в себе уверенность, найти кров. Здесь не лечат от зависимости, но дают шанс на новую жизнь. Все зависит от самого человека. На ежедневных собраниях сначала молятся, после обсуждают пережитое. Задача — поменять человека, поменяться изнутри самому. И это вот как раз благодаря тому, что мы проводим здесь собрания, где мы, так сказать, обсуждаем здесь свои пороки и так далее. Кто с какой бедой сюда заехал и вследствие чего эта беда, в общем-то, нас настигла. Вячеслав Миронов из Нижнего Новгорода. В Хабаровске оказался несколько лет назад. Бывший карманник и наркоман говорит, что здесь нашел семью. Я увидел другую жизнь нормальную, где мне помогли, и как бы желание моего сердца сейчас как бы помогать также этим людям, которые сейчас находятся в таких зависимостях. В Хабаровске с 2008 года работает антинаркотическая комиссия под управлением мэра. Она занимается профилактикой наркомании в молодежной среде и взаимодействует с некоммерческими реабилитационными центрами, которых в городе уже больше десятка. Мы заинтересованы в этом, потому что это все, кто проходит вот там реабилитацию, ресоциализацию, это экономически активное население, это наши горожане. И то, что они делают и возвращают в экономику города, за это им большое спасибо, и мы получаем полноценные кадры, которые возвращаются к нормальной жизни, к нормальной работе. Наталья Чернышова и Дмитрий Попуша. Хабаровск. События.